Ребятки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Toxicool. Фойбер на связи, как вы видите. Сегодня у нас радостная новость, но не для всех. Давайте же начнем по порядку. Новость касается у нас уклона. Первонаперво давайте начнем с машинок. Значит так, что нам пишет уклон? Шановні партнери, хочемо повідомити, що з 6-10, то есть завтрашнего дня, в місті Харків, это касается города Харків, будуть відмінено класи замовлень Light. Економ. У зв'язку з цим відбудеться відключення певних марок авто від сервісу, а саме Cherry Amulet, Jaggy, QQ, Kima, Beat, Geely, SK, SK1, SK2, MR, LS, Cross, Panda, Deo, немаловажно, Matisse, Nexia, Nubira, Sense, а Ланоса здесь нет. Так что как-то так. Шкода Felicita, Volkswagen Passat B3, деякі марки авто до 2000 року випуску, в залежності від стану авто, яким зараз доступні лише замовлення Light, але яких немає у вище перечисленому списку, будуть переведені в клас стандарт в індивідуальному порядку. Так що як-то так, ребятки. Просимо звернути вашу увагу, що з завтрашнього дня, 6.10.2021, діятимуть наступні тарифи. Ребятки, тарифи повишаються. І значить, смотрим, які. Стандарт. Мінімальна вартість поїздки 43 гривні до 2 кілометрів. Кожний наступний кілометр 7 гривень та 10 гривень за містом. Десяточка за городом – це неплохо. Комфорт, минимальная вартість поїздки 45 гривен до 1 кілометра, то есть получается в минималочку 1 кілометр включен. Кожен наступний 8 гривен по городу та 11 гривен за містом. Дякуємо за співпрацю, короче, розуміння, шили. В общем, жили бедно хватит, ребятушки. Уклон нас радует. И при том, что еще и комиссия, вы же не забывайте, одна из самых маленьких, 15%, ну, не самая маленькая, так даже скажем, что средняя, но комиссия как бы не супер огромная. Поэтому, ребятки, такие новости. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я так понимаю, что Ланос еще котируется в Харькове просто на изи. Это вообще бизнес-класс у нас теперь. Ну так, в кавычках. В общем, как-то так. Добра, бабла, позитива. Подписывайтесь на каналчик, пишите свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, по ссылке будет внизу в описании. Тикток и телеграм-группу таксистов, где вы сможете пообщаться с такими же таксистами, как я, города Харькова и не только. Всем добра, бабла и позитива. Жили бедно хватит. Пока-пока. До новых встреч.